Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, сейчас мы, наверное, потопаем дальше плавить покемонов. Вот что я думал, да, я не знаю, где спавнится Ларвеста. В предыдущих версиях она же вроде спавнилась днем в пустыне. Но так как мне один человек написал, что ты забыл словить Ларвесту в глиняном биоме, я так задумался, а что, она уже в глиняном биоме спавнится? Поэтому, ребята, сейчас мы пойдем на ее поиски. Вот вроде она вот так, да, пишется? Ларвест, да. Вот, давайте еще раз. Так, ребята, давайте-ка мы потопаем. Давайте потопаем сначала в пустыню. Давайте 2000 и минус 1000. Потому что в предыдущих версиях она же тут спавнилась, в пустыне, но я не знаю, может, действительно поменяли ее спавн, и сейчас она спавнится в этом, в глиняном биоме, то, что, в принципе, нужно проверить. Во, сейчас Драгонайт уже летает. А то что-то он тогда немного подвис и просто-напросто не хотел даже взлетать. Но я, если честно, не знаю, тут ли она спавнится, и спавнится ли она днем. Ну, тогда же она днем спавнилась, сейчас может ночью, например. Это нужно, ребята, проверить, потому что я, если честно, действительно не знаю. Но раз написали, что в глиняном биоме, то, наверное, там и есть. Потому что могли они, конечно, поменять. Вот два раза сказал не то, что нужно. Так, это у нас кто? Агрон. Не хочу я лазить по пещерам в его поисках, поэтому, ребята, продолжаем тут летать. Так, ну, раз ее тут нету, она, в принципе, не такая редкая была, как я помню. Довольно часто она спамилась. Так, это у нас кто? Magikarp, Goldeen. Да, ну как, кто же еще? Только Диглет. Хоть он и в воде, да, но в шахте под водой. Как всегда. Так, ладно, ребята, тогда давайте действительно проверим в этом длинном биоме. Никак не могу запомнить координаты. Вроде 10 и 6 тысяч. Да, вот более-менее. 10, 95, 6 тысяч. Нужно ли телепорты сделать или еще что-то сделать, потому что действительно так запоминать или каждый раз тпхаться и смотреть, какие координаты, не очень. Так. Ну, проверим сейчас, ребята, вот тут. Если сейчас не найдем ее, то напишите, пожалуйста, в комментариях, где она спавнится. То есть, где она спавнится. Или в этом. Или в пустыне, или вот тут, в этом глиняном биоме. И когда она спавнится, ночью или днем, это я тоже не знаю. Раньше она же днем спавнилась, но сейчас может как-то по-другому, фиг его знает. Так, ладно, дальше полетели. Посмотрим, если сейчас еще немного полетаем и не найдем ее, то, наверное, все-таки пойдем мы дальше ловить каких-то покемонов. Но, если честно, я сейчас даже не знаю, куда нам идти. А в джунглях мы были, в океане мы уже всех словили, в глиняном биоме мы уже тоже всех словили, за исключением, ну, Ларвесты, потому что я не знаю, где она спавнится. Сейчас нам нужно идти в зимний биом, днем и ночью половить всех. Потом также, я думаю, в обычные леса, потому что там у нас половины покемонов нету, которые водятся просто-напросто в обычных лесах. Что, в принципе, нужно их найти и половить. Так. Давай еще раз. Отлично. Дальше. Ну, что-то я днем не вижу, чтобы тут была Ларвеста. Поэтому или она ночью спавнится, или вообще тут не спавнится. Это нужно еще будет выяснить. Так, там покемон-босс был, ну да ладно. Полетаем тут, может еще алтарчик найдем. Если, конечно, он есть тут. Ну, посмотреть можно. То есть, нет, тут мы уже были, тогда давайте вот в ту сторону полетим. Там мы еще не открывали этот биом. Это кто? А, нет, тебе нам не нужно. Поэтому, ребята, полетели мы вот сюда. Ларвеста действительно нужна, потому что это огненный покемон, который нам пригодится для команды. Ну, кто там у нас еще есть? Так, сейчас давайте туда полетим. Кто это? Там был босс. Я видел, там был босс. Ну, ладно, уже пропал. У нас есть кто? У нас есть Понита. И вроде все, да? То есть, Гравлита мы уже использовали. Сейчас нужна Понита.
Точнее, она у нас уже есть. И кто еще? О, ребята, что-то залагало. Так, это у нас кто? Ну кто же? Ты уже у нас есть. Вот как раз сейчас посмотрим. Как раз ночь наступила, посмотрим, ребята, сейчас. Спанится ли тут Ларвеста ночью? Я не знаю, ребята, что-то у меня зависает сейчас. Прям зависает. Не сама игра, а сама игра как бы в том смысле, что появляется вот то окошечко на мышке вот этим с кругом, да, и пишет, что не отвечает. Фиг его знает почему. Это у нас кто? Ты тут или ты в земле? Походу в земле. Ладно. Но, как вы видите, что-то я и ночью тут Ларвесту не вижу. Вижу Лунатона. Это то, что я думаю? Или нет? Походу, да, то, что я думаю. Да, так, отлично. Я только посмотрю, ребята. О, нормально. Так, это нужно будет поставить потом на следующего. А кто у нас следующий? Если я не ошибаюсь, следующий у нас будет Маткип. Да, в следующей команде. Вот, о, точно, нам же еще Синдаквила нужно словить. Мы Маткипа словили, а Синдаквила вроде нет. Мы Торчика нашли, а Синдаквила нет. Поэтому еще его, ребята, нужно будет найти. Так, не, ну, алтаря я, ребята, тут никак не могу найти. Можно еще немного тпхнуться в пустыню и посмотреть, спавнится ли Ларвеста тут. Потому что я вообще никак не могу найти. Не тут, не там днем, и не тут, и не там ночью. Нужно сейчас еще посмотреть. Так, это у нас там что? У нас там цветы, куча. Ну фиг его знает. Ребят, напишите, где же она все-таки спавнится, потому что я представления не имею, где она может спавниться. Она спавнилась в пустыне, это я знаю. То есть мы ее ловили в предыдущем сезоне в пустыне, обычно днем она тут спавнилась и все. Но сейчас, может, ее куда-то засунули в иное место. И поэтому нужно ее искать. Сейчас посмотрим. Не знаю, ребята. Не знаю, честно, я не знаю. Я не буду говорить, что я знаю, что она вот там спавнится, я знаю, что она вот там спавнится, потому что я действительно не знаю, чтобы вы на меня не ругали, что вот он не знает, где она спавнится, я не буду говорить, потому что я действительно не знаю и не буду угадывать. Кто знает, ребята, прошу, напишите, помогите. А сейчас... Точно. Быстренько. В зимний биом ночью. Минус 1800. Минус 1800. Там, не знаю, 60, 75. И какое там было, я не помню. 900? Да, отлично. Так, Jinx. Она так пишется? Или вот так? А, ну точно, мы же можем посмотреть. Да не как будто. Спаун. Так, да, вот так. Мне говорили, что она вот тут ночью спавнится. А, да, это еще один алтарь. Так, ну, поэтому тут поищем. Тут еще парочку покемонов есть, которые ночью спавнятся, мне так кажется. О, Свайнуп. Тебе можно тоже. Отлично. О. Так, ну. О, да вы тоже... Ну, ребята, ну угомонитесь, ну почему вы всегда в бою? Так. Кого тут еще нужно? Не нужно, а можно найти. Так. Да иди сюда, иди сюда, иди сюда. Замочили. Ух, нифига себе, с них еще и хавчик выпадает. Вот вы опять там, а, сражаетесь между собой. Поэтому, ребята, давайте-ка мы полетим. Это можно выкинуть. Так. Jinx. Как там, Клинк, или как он там называется, тут спавнится, вроде, но я не помню, или нет. Я не помню, если честно. Я не помню, ночью или днем. Свайнуб, Сил, Гравелер, Гулет, Импулеон,
Свайнуп, Свайнуп, Гулдин. Саб... О, Саблей. Дженролла, Болдор. Зубат. Чё-то я нифига никого не вижу. Поэтому, ребята, летим дальше. Так, ну, давайте тогда убьем этого Басяндру, если он еще не пропал. Кто? Свайнуп. Ну, их тут куча, этих свайнубов, пилосвайнов, пылесосов всяких. Так. Вот ты. Нет, не зеленый, а синий, да, если я правильно вижу. То есть ночью не очень так заметно. Так, что мы можем изучить? Давайте вот это. Отлично. Полетели дальше. Полетели. Так. В какую сторону? Давайте в эту. Тут у нас еще территория не открыта. Пылесосы там. Вот, давайте этого пылесоса убьем. Если он еще не пропадет. Вот бы магнитона уже прокачать. Но я не имею представления, где он прокачивается. Ice Mountain. Ну, в Extreme Hills он не прокачивается, ребята. Я пробовал. Сейчас мы опять туда пойдем. Я покажу, что там он никак не прокачивается. Вот, давайте еще и тут попробуем. Слазь. Магнитон. Вот мы. Ice Mountains. Тут он не прокачивается. Сейчас мы, ребята, пойдем в Extreme Hills, и вы там посмотрите, что там он тоже не прокачивается. Или это у меня залагало, или это версия такая, ее просто нужно обновить. Потому что тут они что-то, может, не сделали, или забыли, или есть баги, или что-то такое. Фиг его знает, потом нужно проверить. Джинкса я тоже не вижу, хотя мне писали, что она спавнится ночью в зимнем биоме. А может не в зимнем, хотя нет, в предыдущей серии, она же, в предыдущей версии, она же тоже в зимнем биоме спавнилась. Оу, это что, еще один Sunflower? А нет, это обычный. Джинкс, кто там еще есть? Клан, Клинк, а вот эти где спавнятся? Ну, они же тоже тут спавнились. Я помню, что они все в зимнем биоме спавнились. Но, как видите, их всех попереносили. Сейчас только пылесосы тут всякие. И больше них никого тут нету. А пылесосов убивать нету смысла. Ну, хотя как нету? Они нормальные уровни. С них снежки выпадают. Это очень нужно. И еще и хавчик. Плюс к тому. Но, как видите, я тут что-то... Никого не могу найти, поэтому, ребят... О, еще один алтарь. Нет, ну да, в принципе, еще один алтарь, но его мы уже открыли. Так, ребята, давайте потопали тогда быстренько в зимний лес. Я помню, человек нам сказал координаты, но я не помню, где он был. Вот он. Да, вот он. Минус 5000. Так, какой минус 5000? 3000? Или минус... Так, ладно, сейчас попробуем. 5075 минус 3000. Нет. Чё-то я вообще не туда тпхнулся. В другое место. Минус 5000-3000. А я как написал? А я наоборот написал. Минус 5000-73000. Во! Замечательно. Только уже рассвет. Только уже рассвет сейчас, что не очень... Нормально, Джинкс. Вот где она спавнится. Она в зимнем лесу спавнится. И вот еще одна благодарность тому, кто нашел зимний лес. Потому что я его тоже долго искал и никак не мог найти. Зато сейчас мы Джинкс уже словим. Я надеюсь. А у нас ультрабол. Быстро, 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 быстро. Даскбол пока еще нету. Хотя уже утро. Она не успеет словиться. Ну, на рассвете мы словили. О, здрасте, мордасти. Здрасте, я сказал. Во. Но сейчас ты уже 100% не словишься. Вот. А у нас и покеболов нету. Нифига себе. Нужно эти, ребята, покеболы покупать, потому что с даскболом днем мы не словим. Тогда мы потом вернемся. Так, кого у нас еще нет в зимнем биоме? То есть я даже не знаю. Вот этого. Вобл
Фет. Дивдонг. Нет, не нужен. Дивдонг. Джиодуд. Зубат. Сил. Магнимайт. Сил. Саблей. Сил. Ладно. А тут есть горы где-то, чтобы тут попробовать, может. Колд Тайга Хиллз. Ага, то есть есть обычная тайга, да? Без снега. Есть супер тайга. Там, где вот... Ну, мы ее находили где-то вот тут, да, супер тайга. То есть вот она. С таким... Как это? Замшелый булыжник, или как он там называется. И куча вот этого. Земли, то есть не земли, а этого, как его... Ну, грязи как бы земли, но не зеленая, а вот той грязи. Кто там? Клинк. Вот его еще. Ребят, напишите, где он спавнится, потому что я тоже не знаю. Cold Tiger Hills. Я тоже не знаю, где он спавнится. Он спавнился в зимнем биоме, я помню. Но сейчас... Говорю, вот эти новые версии, они же меняют везде спаун, и я не имею представления, где кто спавнится после этого. Так, ща. Ща. Ну, полетал я немного, и никого я, ребята, не нашел. Зато еще один алтарь нашел. Не знаю, какой уже по счету, но, конечно, лучше бы какие-то другие алтари мы находили, вот так, как Артикуна. Но это кто? Это пылесос? Магнимайт, ладно. Тогда давайте его. Да фиг его знает. Так, а, он, вот он. Пофиг, убили, отлично. Ну, нормально. Так, это можно сюда. Выкинуть и полететь дальше. Но давайте, ребята, как я говорил, слетаем с Магнимайтом в Extreme Hills и посмотрим, эволюционирует ли он там. Может, у меня просто тогда залагало, что он не прокачался. Так же, как с Драгонайтом было, да, что он не взлетал, фиг его знает почему. Просто приспичило ему не взлетать, и все. Он стоял, даже подниматься не хотел. Может, тоже так с Магнимайтом было. Точнее, с Магнетоном. Так. Давайте в горы. Где они? Возле нашего дома там. Вот тут тоже есть. 660, 770, 660, там, я не знаю, 95, 770. Главное сейчас... Во, отлично. Это кто там, Басяндра? О, у Чилизардушка-то. Нифига себе, он еще так летает. Такое чувство, как бы на нем кто-то там летит. Нифига себе, у него анимация. Нифига себе, у него анимация. Что-то у меня он так не летал, или мне казалось? Так, еще раз. И еще раз. Ух, обычный покебол. Ну, смотрите, чтобы мне не говорили, мы уже находимся в Extreme Hills. Вот, уже тут. Но чтобы мне не говорили, что ты спавнишь, что ты... Да не ты. Что ты качаешь магнетона в Extreme Hills, но на самом низу, а нужно прокачать на самой горе. Вот, мы сейчас залетаем на самую большую гору, которая только вот тут есть, да, вот, Extreme Hills. И сейчас посмотрим. Если он тут уже не прокачивается, тогда, походу, или он действительно залагунил, да? Вот, он не прокачивается, ребята, вообще. Мы находимся на самой большой горе, которая тут есть, в Extreme Hills. Ты чё? А, ты Rare Candy хочешь, чувак? Поэтому, ребята, он никак не прокачивается. Это или он залагал, или версия залагала, или просто-напросто он тут не прокачивается. Что, в принципе, тоже возможно, мне так кажется. Но, раз он не прокачивается, мы его... Я не знаю, ребята. Давайте его тогда так прокачаем. Точнее, ты чё, куда ты? Точнее, не его, ну как бы его и всю остальную команду, чтобы уже поменять другую команду. Еще Синдаквилла нужно бы найти, и вообще офигенно будет. Так, что мы сейчас делаем, ребята? Что мы сейчас делаем?
Сначала давайте это все выложим. Вот это. Хавчик мы потом туда понесем. Что мы можем продать? Что, чего у нас есть куча? Это. Больше. Вот это еще можно. Это. Да, в принципе, больше у нас такого. О, еще вот это. Хотя нет. Тут у нас что есть? Это. Это. И вот это. Нужно орбы начать продавать, поставить их в продажу, потому что их у нас куча. Так, ну давайте пойдемте продадим, посмотрим, ребята, что у нас получится. И сможем ли мы вообще хотя бы сделать, ну, приблизительно так, 20 раркенди. Если да, то уже нормально. И после того, ребята, хотя нет, нужно еще посмотреть, хватит ли нам, хватит ли нам потом глустона на вот эти, на раркенди, потому что за ним тоже нужно будет в ближайшее время, я не знаю, нам еще 50, на 50 раркенди есть. Но и так не очень много получается. Так, еда. Так. Побежали, продадим. Сколько у нас там получится? А, так, ща. Нет, тут у нас нету. Я думал, тут у нас есть, может, парочка алмазиков, но оказалось, что нету. Тогда ща, ребята, мы тут это все продадим. Яблоко у нас есть. Я помню, покупал, и они у нас в рюкзаке есть. Дальше шапки. Шапки. Это можно. Это. Больше, в принципе, ничего. О, тут еще парочка есть всяких. Так, дальше вот тут. Тут у нас ничего нету. О, вот это. И все. 24. Не очень. Нужно еще цены будет, наверное, поднять, потому что с такими темпами, как мы убиваем боссов, это не очень, потому что сейчас мы немного на другом. Ну, отвлекаемся, да, можно и так сказать. Поэтому большого количества времени у нас нету, чтобы убивать боссов. Но и то мы боссов не очень так прям ищем, да, что. Вот где-то там босс, то мы его 100% убиваем. Мы можем и дальше пролететь. Покеболы. Что тут? Вот это можно продать. Это можно продать. Ну, 1,5 стака получилось. А, в принципе, шмотки у нас не бесконечные. Хотя, смотрите, сколько можно за стак сделать. За 100 алмазов. Ща. Точно посмотрим, ребята. Сейчас прям точно посмотрим. Сколько мы сможем сделать за 100 алмазов. Сейчас, конечно, уже намного больше вот этого получается. Ну. Золото, да? Так, вот, ща, посмотрим. Возьмем вот это. Это. И все. Ну, все вот эти. Все. Весь глоустон, который у нас есть. Потому что. О, это кто? Ты чё, дурак, что ли? Ты в равнине с. М. Я чё-то не очень понимаю. То луна, то у меня. Снайпер? Нет. То он у меня в равнине заспавнился, или там, не знаю, может, в пещере. То клинк у меня в пещере заспавнился, но в зимнем биоме он не спавнится. Вот. Как капут, конечно. Зараза, ты. Ну, именно тогда, когда я начал за тобой рыться. Не раньше. Не. Да ты чё, прикалываешься, что ли? Не раньше, не еще когда-то. Именно сейчас. Вот ты. Так, ща. 1, 2. Вот так. Вот капут. Он спавнится в обычных шахтах, получается. Ну, ладно. Будем тогда его ловить вот так в шахтах.
А кто там еще есть? Край. Ща. Покеспан. Вот этот. Крайогонал. Но е... О, ща. Я не помню, где он... А, он вроде в зимнем, да, спавнится? Здрасте. Так, ребята, выкинула, поэтому не словим мы его. Но давайте еще раз напишем. Вдруг он опять появится, и потом мы его в шахте найдем. Если он где-то тут заспавнится в шахте. Ой, извиняюсь, ребята. Поэтому давайте мы дальше. Да ты зараза. Поэтому, ребята, мы дальше пойдем. Пойдем. Делай тракенди, да? И после этого... Да вы что, сейчас все подряд будете нападать, что ли? Так, за один стак алмазов. Сейчас мы посмотрим, сколько у нас получится. Вот сейчас... Сейчас... А хотя нет, нормально. Хотя как? 64... То есть, можно сказать, 64 раркенди, да? Еще вот так. И еще вот так. И вот так. Вот, ребята, нам и нужно опять за глоустонами идти. Я думал, он нам еще хватит на столько. А тут, смотрите, 55 раркенди получилось. А, тут у нас... Ща, лечилочки. Я не видел. Вот еще одна. Отлично. Все, ребята, идем мы в ад за новой партией. Ну, как партией? За глоустоном. Но сейчас нужно намного больше. У нас 55 ракет есть. Офигеть. Покемонов, ребята, мы прокачаем в следующей серии, я так думаю. То есть, сейчас, наверное, мы их уже прокачивать не будем. А прокачаем в следующей серии. Действительно, как бы на следующей серии мы уже будем выбирать... Точно, в следующей серии мы уже будем выбирать новую же команду, да? И вы, ребята, пишите, какую команду вы хотите. Сейчас давайте быстренько идем посмотрим, какие у нас есть покемоны, чтобы у вас был, ну, выбор, да, кого вы можете выбрать. Сейчас. Так, я что-то не понял. Я там случайно один вот этот срубил или нет? Да, вот заметил. Потому что должно быть ровно 60... О, Зоруарк. Должно быть ровно 64. А если 64 и с чем-то, то уже видно, что что-то не так. Что мы срубили больше. И, ребята, в следующей серии мы эволюционируем наших покемонов. Ух ты, твою, какие эволюционируем? Прокачаем. 50 раркенди, мне кажется... Хотя я... Чё, даже 55 раркенди нам не хватит. 12 раркенди на Блазикена. 5 раркенди на Драгонайта. Получается 17. 19 раркенди на Рулета. Получается сколько? 36, если я правильно считаю. Потом плюс 15, 40, 51. 51 получает. Нифига себе, у нас еще даже, ребята, не хватит. 51, и у нас остается 4. Дайте, как тогда я сейчас подумаю. 4. А там 16. Нам нужно, ребята, еще 12 уровней прокачать в общем. В общем, вместе взятых Блазикена, Септила, Фералигатора и остальных, нам еще нужно в общем прокачать 12 уровней для всех, чтобы нам хватило ровно 55 раркенди, если я правильно посчитал. Но все же вы уже можете составлять команды, то есть писать команды, какие вы хотите, да? Кто у нас есть с огненных? Я даже не знаю, ребята, кто у нас есть с огненных. Эй, воп-пу-пу-пу-пу. Панита есть и... Ларвесту мы не нашли. Ну, точно, ребята, еще напишите, где есть Ларвеста. У нас только Панита осталась. Да ну ее. И все. И все. Только Панита.
Ну, если мы еще словим Синдаквила, тоже будет нормально. Потому что я других ребята даже не вижу, кто у нас есть. Упс. Ну, ладно, не упс, то есть один покемон еще есть на одну серию. То есть не на одну серию, а на одну команду, да? Так, тогда вот этого можно удалить, нафиг выкинуть. На одну... Это Шайни? Да, Шайни. Тогда... Где он был? Вот тут. Да, вот этого убираем. Ух, ребята. Нужно за Синдаквилом идти. И напишите, где есть Ларвеста, потому что я не в курсе. А ее нужно, ребята, найти. Без нее у нас только Панита остается и Синдаквил. Ну, Синдаквила еще словить нужно. Поэтому, ребята, в принципе, давайте уже на этом закончим эту серию. Ставьте лайки, если вы хотите, чтобы было больше серий. Не забываем, ребята, если, точнее, чем больше лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Поэтому, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр, всем удачи и всем пока.